боевая на самом деле ничья, честно говоря. И ребята наши создавали в первом тайме много моментов, во втором тайме мы немножечко подсели. Поле в тяжелом состоянии, на самом деле играть на таком поле трудновато. Но ребята старались, сделали замены, старались усилить оборону. Ну, не доглядели действительно человека, который знает, где открыться, в какую зону. И получилось так, что забил гол. А так, в принципе, по игре, я считаю, что по первому тайму, по второму, ну, боевая ничья. Хорошая боевая ничья. Пожалуйста, вопрос. Дмитрий Николаевич, кажется, что команды, которые имеют новый стадион, имеют заложниками этой ситуации, у них стоит задача непременно попасть в РПЛ. Ваша команда готова в этом сезоне бороться? В этом готовы. Мы стараемся попасть в четверку, стараемся быть вверху, а дальше уже по декабрю посмотрим, когда он будет большой перерыв, сможем ли мы будем решать в этом году задачу или в следующем. Но сам в данный момент, естественно, конечно, все команды, которые имеют такие стадионы, хотелось бы, чтобы они были в высшем дивизионе. Это естественно. Николаевич, можете сравнить Сегунду с ФНЛ? Вы знакомы с ней изнутри? Сегунду какую? Испанскую. И что? Уровень испанской второго дивизиона и ФНЛ можно сравнить? Второго дивизиона или... Ну, я неверно задал вопрос. Первой лиги? Да, как первой лиги. Да. Он намного выше. Испания прилично. И еще такой маленький вопрос. Вы себе моделируете ситуацию, что однажды вы окажетесь в одной команде с сыном, где вы тренер, а он игрок? Вы думаете об этом или пока нет? Я в данный момент нахожусь здесь, я это вообще не обсуждаю. Он находится в Валенсии, я нахожусь в Нижнем Новгороде. Поэтому сейчас думать о том, что когда-нибудь мы окажемся в одной команде, даже у меня в планах этого нет, потому что я знаю, какого уровня у меня сын и какого уровня я. Я еще только начинающий тренер, как говорится, набираю обороты, что-то прибавляю, где-то учусь. Он уже играет в элитном футболе. Человек, который выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и забил на чемпионате мира 4 гола, я думаю, что он достоин больше, чем играть со мной в данный момент. Но все-таки мы надеемся, что однажды это случится. Вы знаете, у нас всегда была такая конкуренция, да, с ним. Я выиграл кубок, он потом выиграл кубок. Он выиграл Лигу Европы, я потом выиграл Лигу Европы. Потом выиграл Лигу чемпионов, поэтому я уже с ним не соревнуюсь. Сегодня замены ваши не так сыграли, как в предыдущих матчах. В чем причина? Почему игроки, которые вышли, не усилили игру, как вы хотели, наверное? Вам как сказать, с точки зрения банальной эрудиции или как-нибудь попроще? Откуда я знаю? Ну, ребят, ну, войти в игру – это всегда очень трудно. Войти в лица именно в самое пекло – это еще тяжелее. Поэтому ребята вышли, сыграли на том уровне, на каком они сыграли. То, что они старались, это видно было со стороны, старались и отдавались полностью. Ругать кого-то сейчас в данный момент – это не в моих правилах. Они, ребят, старались. Я честно говорю, что у меня претензий по самоотдаче пацанам вообще нету. Они молодцы. Ну да, не получилось. Не забили в первом тайме, которые моменты у нас были. Надо использовать и штанги были две, и плюс хороший момент. Там еще мимо пролетел мяч. Ну, это нужно забивать, просто использовать свои моменты. Я еще раз говорю. А то, что касается замен, ну, иногда, знаете, когда выигрываешь, намного проще выйти, влиться в игру. А когда проигрываешь, то здесь уже ты должен играть на такой самоотдаче, чтобы выйти и сыграть на две головы выше не только твоих партнеров, которые ушли, а именно соперников. Вот здесь вот совершенно два разных направления. То есть ты уже настраиваешься на другой лад, ты уже должен переиграть его, совсем его. То есть ты должен сыграть не так, как твой партнер, а еще в 3 раза лучше, чтобы переиграть этого. И это вот, а то, что ребята старались, мы во втором тайме усилили оборону, постарались выпустить полузащитников с оборонительными функциями в полузащиту. Ну, они, хоть они и бежали, но все равно, я еще раз повторюсь, ребята подсели. Вот эти переезды, конечно, с такой наплыв игр дает о себе знать. Плюс поле. Ну, очень тяжелый у вас на самом деле. Я не знаю, как они его поливают, не поливают. Вчера мы тренировались, оно вообще было залито. Сегодня оно поле сухое было как-то. И играть на таком, вот как в Сочи. Вот мы играли вроде в Сочи на Фиш, по-моему, да? Тоже хорошее поле, только там глина одна сверху. И его надо этот слой снимать для того, чтобы постелить нормально. Вот здесь я не говорю, что мы проиграли за поле. Просто я говорю, что ребята во втором тайме подсели. Я считаю, что вот из-за такого покрытия. Ну вот подсели сейчас, и вы говорите, во втором тайме. Но сейчас, получается, вам предстоит... Вот сегодня один матч сыграли, и еще 4 игры. Получается, 5 матчей за 15 дней. То есть через 2 на 3. Ну, вот.
Будем стараться раскрепощать ребят. Вы знаете, вот это, честно говоря, вот этот, эти циклы, я иногда думаю о них. У нас иногда не хватает времени их правильно поводить даже, понимаете, как вот именно сделать недельный цикл для того, чтобы, знаете, как правильно перестроение в обороне, чтобы кто-то подстраивается, кто-то кого-то подстраховывает. Вот эти моменты нам иногда не хватает. Мы вот сделали, я предсезонку не делал с командой, и мы вошли вот в этот режим благодаря вот прямо работе. То есть играя, мы набирали обороты. И то, что сейчас вот мы находимся в таком режиме, да, ну, хочется их поводить, хочется им объяснить, кто как должен в обороне сыграть, кто куда должен бежать, в каких моментах. Вот то, что Лебеденко, но еще раз вам хочу сказать, это умный футболист, он всю игру практически так пин-пин, эпизодами играл, и ему хватило все 90 минут для того, чтобы быть на свежести. И он в этот момент, плюс класс игрока, мы прекрасно понимаем, знаем, ну, он использовал свой момент, который у него был один. Поэтому я еще раз говорю, что по игре все равно наша команда не заслужила поражения, был ничейный результат, более такой правильный. Но, видите, футбол бывает такое, что не хочется даже обсуждать еще некоторые моменты. Спасибо. И все-таки в конце матча был у вас вопрос к главному арбитру после игры. Конкретно в эпизоды или судейство в частности? Вот скажите мне, пожалуйста, вы сколько лет работаете с журналистом и спрашиваете эти вопросы, задаете? И что вам тренеры говорят? Не так часто. Что вам тренеры говорят в этот момент? Что судейство они не обсуждают. Ну а что вы от меня хотите услышать? Просто какой конкретный вопрос судейство, потому что показалось... Я еще раз вам говорю, что я должен вам сказать. Ну и если это не обсуждается, ну как я могу вам... Я сейчас вам наговорю, а потом что будет? Вон, снимите меня, и все нормально у вас будет. Поэтому я не имею права этого. Может, последний вопрос... В вашем составе выступает сейчас Артем Деякин, несколько лет назад лучший бомбардир ФНЛ в составе Оренбурга. Понятно, что потом была тяжелая травма, все восстановление, но может ли он, по вашему мнению, хотя бы приблизительно к тем значениям вернуться в составе вашей команды? Только он играл в основном составе. Нет, по бомбардирским показателям. Ну, мы, по крайней мере, я еще раз вот говорю, сейчас вот человек задавал вопрос, что у нас нету возможности даже просто поработать. Нет, мы работаем больше над восстановлением ребят. Поэтому, в принципе, работа идет хорошая. Мы знаем, когда, в какой момент можно нагрузить ребят. Но, опять же, больше восстановительных мероприятий, чем таких организационных, что как в обороне, так и в атаке. То, что Делькину мы доверяем, Артему тут даже вообще вопросов нет. Вы сами прекрасно видите, тяжелая травма, набирает, были моменты, ударил по воротам, попал в штангу. Но я еще раз хочу сказать, что футболист очень хороший, очень добротный, техничный. Не зря он проехал очень много серьезных клубов, поэтому мы ему доверяем и знаем, что он обязательно выйдет на свой уровень, на котором он должен быть находиться. А мы приложим просто максимум усилий. Еще раз говорю, просто нужно время. Всего лишь 2 месяца работаем с командой. Ну, во-первых, хочется всех поздравить с победой, очень тяжелой победой, очень нужной. Вот. Что касается самой игры, то, ну, наверное, нашу игру как бы надо все-таки разделить на первый и второй тайм. Если в первом тайме у нас, ну, практически, наверное, ничего не получалось. В плане того, что мы, ну, очень плохо начинали атаки, плохо выходили как бы из обороны в атаку. Много теряли мячей, особенно это касается, наверное, центральной зоны, после чего соперник проводил довольно-таки опасные атаки. Вот. То второй тайм, ну, здесь однозначно, в общем-то, наверное, прошел и при нашем и территориальном преимуществе, и, в общем-то, мы уже были намного как бы агрессивнее в атакующих действиях, вот, и, в общем-то, и неплохо и фланги использовали, и в середине, в общем-то, наладили контроль мяча, вот, и даже, наверное, вот этот вот ключевой момент, как бы с незабитым пенальти, вот, он, в общем-то, ну, я считаю, что не сбил наш атакующий потенциал, вот, и надо отдать должное ребятам. В общем-то, они в психологическом плане как бы не растерялись, не расстроились, а наоборот, в общем-то, добавили еще более, ну, более агрессии такой.
я имею в виду в плане атакующих действий. И, в общем-то, ну, наверное, это все как бы и вылилось вот в этот победный наш забитый мяч. Пожалуйста, вопрос. Сергей Васильевич, все-таки маленькая ложка дегтя, да, то есть не забитый пенальти. В серию проигрываем в Волгограде, здесь не забиваем. Ну, однозначно, я в общем-то, в общем-то, наверное, как бы действительно, это такой вот ключевой момент, который, еще раз я говорю, в общем, в психологическом плане он, ну, по крайней мере, на тренерскую скамейку он сильно подействовал. Но еще раз я говорю, надо отдать должное футболистам, вот, которых, ну, так говорит, не сломила эта неудача, и которые, еще раз я говорю, предприняли все, будем так, возможности и, в общем-то, еще проявили, ну, и, в общем-то, и хорошие качества, и все, что, даже вот эта вот их ключевая там передача, и вот это заключительный финальный удар Лебеденко, в общем-то, смотрелось очень эффектно. Тренер гостей сказал, что задача на сезон будет окончательно сформулирована к зимней паузе. Наша команда набрала неплохой ход, но уже, можно сказать, приблизилась к четверке. Какая-то задача может быть конкретизирована? Ну, наверное, она как бы будет, наверное, конкретизироваться по ходу, наверное, всего сезона. Ну, на данном этапе, как бы, нам перед нами поставили задачу быть в десятке. Вот. Но, учитывая, как вы говорите, если в этом плане, и я надеюсь, что с каждой игрой, в общем-то, мы будем, еще раз я говорю, прибавлять. Вот, а это, в общем-то, ну, видно, ну, практически вот эти вот последние игры, я считаю, что мы проводим на хорошем уровне, если отталкиваться от того, что, ну, команда практически на 90% новая, а вот, поэтому где-то здесь надо время для того, чтобы наладить какие-то игровые связи, вот, и это, в общем-то, в большей степени, наверное, касается игры в атаке, вот, где надо. Ну, где надо однозначно, ну, иметь хорошее взаимопонимание между группой атаки. Вот. Здесь у нас, ну, я считаю, что с каждой игрой в этом компоненте мы прибавляем. Ну и сегодня, как бы, второй тайм, в общем-то, наверное, это и доказал. И впереди матч с Армавиром, аутсайдером. Не будет недооценки, чтобы не ошибиться, как Зенит? Ну, я думаю, что мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы, ну, не получилось так, как это в игре с Зенитом. После этой победы, может, один какая-то эйфория, потому что действительно победа такая знаковая. Ну, не думаю, что у нас, как бы, она победа, она всегда приятна, но, в общем-то, я не думаю, что у нас, как бы, будет такая эйфория, потому что ребята понимают, что работа еще предстоит очень большая. Спасибо. Еще вопрос. Сергей Васильевич, в отсутствие дисквалифицированного Цвейга сегодня с первых минут вышел Дултов. Как оцените его игру? Справился он с возложенными обязанностями? Ну, что касается Саши Дултова, во-первых, эта позиция ему очень знакомая, раз. Во-вторых, ну, и с его опытом выступления, в общем-то, тоже, как бы, здесь больших опасений не было. Единственное, что только, как бы, было опасение за его игровой тонус. Вот. Он у нас, ну, последние игры только выходил, как бы, на замену, имел не столько много игрового времени. Вот. Здесь, как бы, он вышел с первых минут, и, в общем-то, то, что от него требовалось, он выполнил. Но единственное, что желтую карточку только получил. Спасибо.